Всем привет, ребят, с вами TXDXtreme. И сегодня мы с вами поиграем в игру GTA San Andreas Побег от полиции. Да, ребят, и сегодня мы попробуем этого сделать. Так, не будем это говорить. Короче, я удалил видео с Ютуба, как я побегал. Ну, просто там технические шоколадки произошли, и вот. Выйду на улицу, вижу полицейского Чиличи, да. Здорово. Так, давайте мы побьем сначала полицейского. На, тупой бот. Ты никто вообще, на. Так вообще они тупые полицейские, вообще не понимаю, зачем они такие. Вообще, зачем они тут нужны? Они вообще ничего не умеют. Они, если только умеют что-то там говорить и так далее. Уйди, девушка. Сама виновата, что под пули стала. Так, нет, да, кстати, можете меня склинить, как я полицейский. Стоп. Вижу. Привет. На, смотрите, я 2 звезды получил. Ой. Теперь надо валить. Все, побежали в одну местность. Так, подождите. Вот, надо в поезд ехать. Сейчас я покажу. Так, блин, пожалуйста. Уйдите, арабы тупые. Боты. Уйдите, сейчас задавлю всех нахер. Ну я сказал же, уйдите. Багажник сломал. Уйди, я сказал. Почему такие тупые? А, это какие-то не боты, это какие-то тупые вообще. Создание, блин. Вообще ничего не понимаю. Все, едем. Тихо, осторожно. Едем мы. Смотрите, едем. Тихо. Вот, вижу. Привет. Опа. Видите, он меня чуть-чуть подбил, но на самом деле нифига. Не знаю, едут там он? Он едет за мной? Нет, он не едет за мной. Потому что они боятся сюда ехать. И все. А, вон они. Нет, они там стоят. Тихо. Видите, он просто катается. Он ждет. Ну, что ждете-то? Все, у нас 2 звезды есть. Можем отъехать, забраться наверх и по них пушить. Масловатым образом. Так. Еду. Главное сейчас не увидеть этих. Поезда. Чтобы меня не сбил. Это самое главное. Так вот заезжаем. Все, мне больше тачка пока не нужна. Может потом пригодится, но пока не нужна мне. Так, сейчас я хочу забраться наверх. И их вверху пулять и взорвать тачку с пистолета. Это, в общем-то, возможно, но очень сложно. Я вообще, когда узнал сам этот свой лайфхак, вообще офигел. Реально. Так, тихо, сейчас встаем куда-то. Так. Да, кстати, если вы дойдете до 6 звезд, то вы как бы пройдете игру, но... А, нет, блин! Почему? У меня звездочка уменьшилась. Блин. Где они? Блин! Ой, ё-моё! Я хотел один лайфхак сделать. Давайте, знаете, как сделаем? Смотрите. Сейчас покажу. Блин, вот потом будет сложно искать ментов и все остальное. Их потом вообще не найти. Ну, то есть, может и найти, но вообще 0000000000001 шанс. Вот. Это как вот Леона выбить из ящика. Мега ящика, да, вот. Это прям вот такой вот шанс будет, да? Вот так вот, если ты не знал. Вот, я тебе просто сказал. Так, давайте тогда мы просто постреляем по тачке, просто так. И возьмем какую-нибудь хорошую точилку. Сейчас мы просто встанем под пулей. Вот сюда встанем. Так, и будем ждать. О, вот, в принципе, неплохая тачка. Вылезай, я сказал. Что, не понял, что ли? На, тупой баран. Все, поехали. О. По мне еще кто-то хотел пострелять. Зря это. Тихо. Ай-яй-яй-яй. Уйди! Вау! Вот это я его убил, конечно. Охеречено. Так, ребятки, давайте я сейчас найду этих грёбаных ментов. И потом сделаем с ними. Ой-ой-ой, дымит. О, вижу. А, нет. А, вот он. Отстань. Сейчас слезаем.
смотрите, наша задача. Ай-яй-яй, он мне... Мы так вот делаем. Все, теперь надо валить. Блин, пожалуйста, дайте тачку, спасибо. Ой, он пришел, спасибо. Отдай тачку, все, поехали отсюда в жопу. Это все, так, идем дальше, вот сюда, уйди. Я сказал же, уйди, сказал. Но если ты не понял, это уже твои проблемы. Да? Вот это уже его проблема. Если он не понял этого, так все, уезжаем. Сейчас будет эпично, но... О, привет! О, они реально едут за мной. Ай, не надо, не стреляй по тачке, я все понял, конечно. Ну, не совсем все понял, конечно. Ау. Ну, что вы там делаете сейчас мне? Они просто встали и ничего не делают мне. Потому что они сюда просто не хотят ехать. А мы можем обстреливать легко полицейского. Да, у них... Если только человек может зайти. Вот, стреляем по полицейской тачке. Какие вы нубы. 0 IQ. Да, 0 IQ. Вот. Давайте продолжаем в том же духе. Так, ребятки, вон вижу еще одного копа. Вот он. Стреляем по нему. Так. Ну что он там катается? Давайте мы сюда подойдем. И... О, опять 0 IQ. Так, во-во-во, вот это уже эпично. Опять 0 IQ. А, какие лохи, это так забавно. О-хо-хо-хо. 0 IQ. 0. 0 просто IQ. Нет, они просто вообще нулевые челы. Они даже не понимают, почему они сюда не могут зайти. Почему? Ребят, это читерное место от ментов. Блин. Вот будет обидно потом, что у меня патроны кончатся. Это самое обидное будет. Все, я взял патроны. Ну, то есть другой пистолет. И патроны от них. Нет, сюда только полицейские могут зайти. Обычные полицейские. Так. Так, обычно убьем. Я на 4 звезды уже прошел. Это офигительно. Ну куда ты стреляешь? Подожди, вот сюда. Да вообще они нулевые челы. Они сюда не могут зайти. Только вот так вот могут зайти. И все. Блин, обидно, что у меня нет какой-нибудь брони и еще что-то там. Обидно. На, тупой бот. Еще бежит тупой бот. Нет, я так... Это, ребят, изи пройти. Это изи. Но... Наверное, никто бы так не догадался. Так, я уже реально очень хорошо играю. Блин, плохо. Попадаю плохо. Так. Ау. Тихо. Они вообще не умные. Это их тупой минус. Они вообще не очень такие умные. Так, ну, я не понимаю, а почему я не могу... Сейчас. Опа, вижу, еще идет подлива. Ну, почему встать нормально? Нет, я уже много ментов перебивал. И перебил. Блин, какие же вы нулевые челы. Вы просто ничего. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, я понял. Спасибо. Спасибо. Ай! Не, ну двое на одного это понятно, но, ребятки, вы можете эту стенку застроить машинами, и все офигительно будет. Очень офигительно и очень эффективно. Ну что ж, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, с вами был я, Экстра Экстрим. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.